Ну что, поздравляю вас с победой. Скажи, видели ли вчерашний матч? Тоже Академия горела 3-0, и в итоге вырвалась, и также забила 6, и вышли на пенки. Как-то, может быть, была какая-то подготовка с пятницы? К чему, к пенальти или что? К матчу. Да, особой подготовленности не было. Настраивались, как всегда, как на все игры, по сути. Все были настроены только на победу. А почему так быстро удалось забить свое, и потом приходилось отыгрываться даже в некоторых моментах? Мы не отыгрывались, в ничью сыграли. Потом начали только вырываться вперед. Отыгрывались сегодня только они. В принципе, все удавалось. В последнее время нам не удается катать пятого. Когда против нас, точнее, катают. Вот это проблема у нас. Да, кстати, команда начала катать пятого полевого. Как вообще справлялись? Что какие-то... Ну, как видишь, ошибались. Сложно было против пятерых. Не подготовлены совсем. Нам подсказывают ребята, которые играют, конечно, но сложно. Это все на слуху, на практике почти вообще ни разу не играли. За счет чего такая нервная концовка выдалась? Почему начали стреляться просто голами с сумасшедшей скоростью? Чтобы поинтереснее было. То есть это такая тактика, да, была изначально? Вам тренер ваш посоветовал? Да, у нас была тактика, и мы ее придерживались. То есть Юля вчера посчитала, что было слишком просто, поэтому сегодня надо потрепать. Ну, ты видел сегодня Юлю? Юли не было. Ну вот и все.